Буквально полчаса назад на одном из российских телеграм-каналов появилась ужасная новость, от которой заплакала вся страна. Многие из поклонников и фанатов российского артиста, бывшего участника КВН Тимура Батрутдинова, пишут нам письма с просьбой узнать более конкретней, какая именно трагедия случилась с их любимцем. Оказывается, сегодня ночью в страшную аварию на окраине Москвы попал российский артист Тимур Батрутдинов. На данный момент, по всем данным, он находится в одной из больниц города вместе со своим другом. Оказывается, они вдвоем были в автомобиле на перекрестке. Друг Тимура не справился с управлением, и их машину выбросило с дороги. Уже в бессознательном состоянии их обоих на скорой помощи доставили в больницу, где он сейчас и находится. Более конкретнее что-то узнать пока не получается, так как в больницу никого не пускают. Да и врачи на данный момент ничего не комментируют. Мы продолжаем следить за развитием событий. Будем надеяться, что с Тимуром все будет хорошо. Является ли данная новость действительной, либо это очередной фейк, это тоже предстоит узнать. Давайте, друзья, поддержим Тимура. Будем надеяться, что он выздоровеет и вернется домой. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями и будьте всегда с нами на нашем канале.